Не знаю, вот так, но мне сегодня пришли и сказали, что там метр где-то в другом районе, 190. Это меня как-то очень удивило. Подают, да? Да, у нас тоже метр продается, но у нас метр 20 рублей. У нас мимо как-то на. Смотрите, вот именно. Мне вот это сказали, мне сегодня выпустили сантиметровый, 210 рублей. Да. Я говорю, кто? 7. А так вообще народ берет нам. Ну как, ну. В садике приходят, в школе. Да. Взрослые приходят и говорят, что бесплатно раздают, а почему-то учителя из взрослых приходят со школы по 3 цента покупают. Ну, а школа, почему школа, ну, как-то не дают? Сын молодой человек пришел, говорит, а вот дарит, что там много продают. Я, ну, не знаю, это, ну, мы в комплекте даем, мы булавочки даже, все, ну, подготовлены, вырезаем вот это все. А, ты сами покупаете метражок, да? Да, мы рулеты покупаем, мы сидим здесь, вырезаем, да, и тут, ну, аккуратно все делаем. Не знаю, без какой-то коммерческой выгоды, за 5 рублей, я думаю, ну, мы никак много не заработаем. У нас основной год, военная финансика. А это как? Честно, правильно. Ну, спасибо. Пожалуйста, спасибо.